Один из залов Дома-музея Сергея Худякова полностью посвящен истории балета. Здесь представлено более 500 экспонатов. Балетные костюмы и туфли, фотографии, афиши, декорации, картины и маски. Некоторые экспонаты из личной коллекции первого хозяина виллы «Надежда» Сергея Худякова. Другие музею передали в дар известные танцоры и простые сучинцы. Для артистов балета уже стала доброй традицией оставлять памятные подарки музею балета после окончания гастролей в Сочи. Замечательно пополнилась наша коллекция балета. Балетными туфлями, фотографиями артистов русских, но танцующих в зарубежных театрах. И вот так Мария Яковлева и Владимир Шишов, солисты Венской государственной оперы, передали нам свои фотографии и балетные туфли с автографами в дар музея балета. Грядущие гастроли театра «Русский балет» в музее ждут с особым трепетом. На экскурсию приглашена прима-балерина Кремлевского балета Валерия Васильева. Она везет на курорт дар для музея балета. Правда, что именно это будет, пока неизвестно.